Вступайте в мой Дискорд-сервер, а также в мою беседу ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании. Всем подписчикам хай, а остальным соболезны. И сегодня я вам покажу топ-3 ресурс-пака на версию Майнкрафта 1.12. И я составил топ-3 ресурс-пака самых лучших на версию 1.12.2. Ну, конечно, они лучшие, по моему мнению, могут они вам, конечно, не нравиться. Итак, первый у нас на очереди ресурс-пак — это Fire Wolf. Заходим, смотрим блоки, тут они очень красивые, все очень красиво выглядит. Вот такая вот у нас луна, вот, можно рассмотреться, все прикольно, вообще отлично выглядит. Посмотрим, какие тут инструменты. Инструменты, в принципе, особо не изменились, но они стали более приятные на взгляд. Ну и вообще, я играю постоянно с этим ресурс-паком, и меня много очень спрашивали, где его скачать, вот теперь я вам его даю, скачивайте. Ссылка находится в описании. Это топ-1 ресурс-пак. Перейдем ко второму топу. Второй у нас на месте ресурс-пак — это Modern HD. Вот такой у нас смешной скин, луна стала более такая большая. И даже, ну, кажется, даже тут лучше она смотрится. Более такой прорисованный у нас ресурс-пак. Смотрим на блоки. Блоки тоже некоторые изменились, но это такой старый ресурс-пак, как будто мы, я не знаю, в каком-то древнем веке. Вот такие вот кирочки тут. Мечи у нас тоже так прикольно прорисованы. Такая вот у нас бронечка. Прикольно сделаны книги, хочу я сказать. Штанишки вот как-то по-иному сделаны. Механизм, вот Redstone у нас вот такой странный, конечно. Но тоже прикольный ресурс-пак, раньше я с ним играл. Вот такие вот у нас книги интересно выглядят, как гипнотизируют. Ну, в общем, я поставил этот ресурс-пак на второе место. Итак, переходим к третьему месту. И на третьем месте у нас ресурс-пак «Выживание бомжа в России». Очень много кто искал этот ресурс-пак, и вот он вам, я его даю. Смотрим, что у нас вообще тут есть. У нас есть вот такие вот деньги тут, смотрим. 5000, 100 рублей, 2000, 1000. Тут абсолютно все деньги у нас имеются. Также есть вот такой вот, я не знаю, пыль, типа можно сказать, это золото, типа того. Также есть вот у нас дошираки, есть шаурма, есть все у нас абсолютно тут есть в этом ресурс-паке. Этот ресурс-пак вы тоже можете скачать по ссылке в описании. Ну, зельки особо тут не изменились. Также вот тут добавился какой-то такой типа биткоин, а только луткоин вроде он называется или как-то так. Что у нас изменились немного, конечно, вещи у нас тут. Алмазный топор вот такой стал более прикольный, прорисованный. Алмазная лопата. И много чего другое. Книги стали другими. И очень множество блоков сделаны. Вот биткоин у нас, это алмазный блок. Прикольно выглядит. Ну, в общем, если вы захотите снять свой сериал, вы можете скачать эту сборочку и делать «Выживание бомжа в России» со своими друзьями. Ну, на этом топ наш закончился. Это топ-3 ресурс-пака, с которыми я играл, с которыми я снимал. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на ресурс-паки находятся в описании. Пишите очень много комментариев. На все комментарии я буду отвечать, все комментарии я буду лайкать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят.